Ребят, приехали мы в гостиницу Севастополь. Мама ковыряется, как всегда, что-нибудь говорит. Какой-то смотрит нас. Вот, так что сейчас будем заселяться, покажу вам номер. Вот. И здесь у нас парковочка. Мы приехали. В первом, точнее, там официальное заселение, ресепшн, а во втором мы будем жить. И здесь же у нас будет завтрак на втором этаже, а мы будем жить на девятом. Мы опять все перепутали, жить мы будем не здесь. Нужно обойти, и там будет гостиница. Это все здания просто на территории находящиеся. Мы идем туда. Потом, возможно, припаркуем машину поближе. Здесь такие старенькие домики. Там вот еще есть парк. А зато там метро, нам ближе будет. Метро. А вот и гостиничка, вот видите, модерн. Здесь всего одна ночь, потому что мы приехали на мюзикл. Вот, я не сказала главное, зачем мы в Москве. Мюзикл я тоже постараюсь частично снять. Приехали. Открывай, что встали? Ну, что встали, вот именно. Там должен открывать дверь. Наверное, еще. Нет. Нам в ту сторону надо. Нет. Какой номер получается? 925. 925. А. Ну ладно. А в эту сторону оказалось все равно. Почему? Все правильно вышло? Ну так все. Хорошо. Что не так? Я первый прохожу. О, смотрите, как красивенько. Современненько все тут. Водичка, чайные принадлежности. Такие. А вот так вот. Вид на улицу просто. Такие вот кроваточки свеженькие. Еще стульчик. Всем привет. И здесь такая же комната. В итоге я буду жить здесь, в этой комнате. Должна была быть еще Иринка, но она заболела, поэтому она не приехала с нами. Стулья. У меня получше, кстати, вид будет. И у меня отдельный телевизор тоже. А для чемодана штука. Шкафчик, все видите, новенькое такое. И шубочки. Так, я иду. Дополнительное белье. Ты больше никого не ждешь, да? Мама, хозяйка. Да. Мама, будем кушать. Вот. Теперь вы наконец-то увидите меня в кадре этого влога сегодняшнего. Мы сейчас выходим из гостиницы, идем на метро. Еще раз извиняюсь за свой голос, потому что я только после ангины. Это первый влог после ангины. Так что так. Идем сейчас на метро. Пойдем в шоколадницу сначала покушаем. А потом уже перейдем через дорогу. Она там напротив Пушкинской площади. Как раз таки где и будет представление в театре Мюзикл. Так что... Мы в метро. Мы уже приехали на станцию, так что... А вот там блестяшки, мои друзья. Вот они. Если что, вам говорят про вот это вот. Вот это вот вещички, которые камера передает, как просто какие-то сопли. Вообще там бабочки. Мы продолжаем прогулку, потому что мама как обычно снимает что-то. Вот. Ну, у нас вся семья блогеров, вы, наверное, поняли, да? Вот, смотрите, как здесь красиво наряжено. Вот, Московский театр Мюзикл, мы немножко сидем. И уже покушали в шоколаднице, забыла поснимать, как-то даже вообще из головы вылетело. Ну ничего, главное, здесь красоту вам покажем. Кстати, удивительно, что до сих пор новогодние декорации стоят, хотя сегодня уже 7 марта. Да, правильно. Где он опять? Не мог так далеко уйти? А, ушел, правда, блин. Ушел. Сбежал. Фоник мой. Мы уже сдали вещи, поднялись на балкон. Вон там основной вход. Его глаза, всюду я слышу голоса. Это война, а не игра. Кто не свободен, тот и раб. Yeah.
тайна, что? О, даже не сомневайся, нет, корона из таких, как ты, я сотни раз лепил конфетки. Я лечу людей насквозь. Очередь в туалет. Неудивительно. Смотрите, а шапочал стоит. Море просто народное. Что у тебя есть стержень, лишь чтоб показать мне стержень рядом с охраной. Такой борцуха ведь свежий, свежим протяжен, заряжен, пустяшен, под нами обвешен, бычок зарубежен. Но прошел смешок, что твой дружок с тобой, так вешен твой стержень. Бумажная трубочка из купюры, такой манимейкер, но вспомним его авантюры. В черную пятницу купил себе со скидкой текстану, как черный. Ты перепутал, перед тобой не просто очередной батл эмс. Тут происходит не битва титанов, и скоро поймутся, кто он тут месяц. Кто видно, бум, крутящийся чемпион, что в ней шире. Я повторюсь, здесь будет каждый батл тупака и вики. Вся твоя жизнь — это поезд, типа полегче, типа попроще. Куда бы пристроить свои хилые треки и дряблые мощи, слышь, тощи. Куда же пропала улыбка, в гардеробе стащили, расслабься, дрыщ. Тебя всего лишь публично дернули во все череп. Ребята, у нас уже второй день. Я не знаю, слышно ли меня или нет, просто очень шумно. Сейчас мы идем по улице. Только что приехали на станцию Боровицкая, вышли. Вот, так что сейчас идем на выставку Сальвадора Дали. Надеюсь, мы туда попадем. Просто говорят, что очередь огромная. Если будет слишком большая очередь, то мы не пойдем. Пойдем в другое интересное место. Вот по нему выставки пока что я здесь народ чуть немного вижу. Тут Кремлевский. Похоже, мы сегодня не попадаем. Смотрите, какая очередь. Ну, уже можно постоять. Вот тут прямо там конец вижу. Даже не вижу там полиции, но там конец очереди. Так что не факт, что мы попадем. Потому что... Посмотрим в Испании лучше. Ну да. Потому что сказали, что 8 марта будут запускать партиями каждые там 20, если не ошибаюсь, минут. Или каждые 20, или каждые 30 минут партия. Ну, то есть, если так... Несколько рядов получается, да? Ну, да. Мы приехали на станцию Воробьёвы горы. Здесь экспонаты. Смотрите. Каждый раз они меняются. В тот раз я была летом, еще когда был чемпионат конкретно на этой станции. В 2018 году. И вот здесь были... всякие забивака и выставочные тоже экспонаты. Сейчас здесь, видите, наряды разные. 85 лет. Ансамбль. А, это костюмы из ансамбля. А вот там мужчина со съемочной аппаратурой.